кажется, здесь даже можно проводить соревнования по художественной гимнастике. Можем, да, когда да. они забрасывают бумагу. Не просто дом культуры, а современный многофункциональный комплекс с инновационными подходами к системе обучения, кружками по интересам и спортивными секциями. Совсем скоро начнет работу в поселке Горки-10. Готовность максимальная. Мы в сентябре планируем уже выходить на разрешение на ввод. Будут закончены все общестроительные работы, и мы уже начнем расставлять мебель, делать клининг, расставлять необходимое оборудование, монтировать сценическое оборудование, кресла и готовить уже этот объект к полноценной эксплуатации для того, чтобы родители, дети и все, кто занимается спортом, любят культуру, смотрят кинофильмы и концерты, все уже могли пользоваться этим объектом. Я думаю, что это произойдет максимум середина-конец октября. Концертные спортивные залы, кафе, библиотека. Жителям разного возраста здесь будет уютно. ДК рассчитан на 710 посетителей. При этом здесь созданы условия для комфорта маломобильных граждан. В частности, предусмотрены лифты. Трехэтажное здание состоит из нескольких блоков. Три этажа – это именно административная часть и кружковая. Вот. И, честно говоря, спортзал у нас больше на 200 квадратов, как минимум. Сейчас на объекте идут отделочные и пусконаладочные работы, монтаж лифтов, освещение, инженерных систем, установка дверных блоков и отделка в подвале. В планах благоустройства территории, рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов. Подумаем сейчас о парковках, подумаем о том, как здесь будем проводить мероприятия межпоселенческие, межрайонные, скорее всего, и Московская область к нам с мероприятиями будут приезжать, поэтому нужно подумать, где остановятся автобусы, как будут перемещаться, собственно, гости, дети, которые сюда приедут на соревнования. Уже вот такая пошла работа по, такая практически прикладная, как нам эксплуатировать уже построенный объект и как его сделать максимально удобным и для гостей, и, собственно, для жителей, которые смогут попадать сюда просто по пешеходным дорожкам. Торжественная церемония открытия культурного комплекса в Горках-10 намечена на октябрь этого года. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».